У нас внутри 7 или 6 там это. Здесь их 12. Да, я как-то не заленился, разобрал. У меня была старенькая. Не заленился, разобрал. Ровно 12 сеточек. Удобно, здорово, практично. Ну вот. Штука хорошо подходит для чего? Для сварки труб, допустим. То есть, когда мы вот делаем сварку модную, типа американка, да, там бабочка, ну кто как называют. То есть вот берем ее там, жик-жик-жик-жик, да, вот катаем, да. Очень хорошо подходит за счет чего? За счет того, что она длинная, вот длину дает вот эту, да. Мы можем с горелкой вот так вот немножко сделать, да. И, соответственно, вот у нас, ну, сейчас вам покажу. Не каждого, то начнут ломать, а? Нет, ну, да, горелка, как бы, которая не гнется, она, по идее, не гнется, но есть маленький нюанс, вот чуть-чуть ее, вот самую малость, но это одноразовая акция, то есть один раз ее можно вот чуть-чуть, если мы конкретно трубу свариваем, да, то можно ее вот так вот загнуть маленько, потому что нам будет удобно чем? А удобно нам будет ровно вот чем. То есть, вот условно, да, вот у нас труба, да, вот у нас труба. Ну, вот так вот, да. И вот у нас, да, видно, что расстояние вот это вот. И вот она вот пока пошла катиться, да. То есть мы ничем ничего не задеваем. Если у нас короткая будет, она будет вот этим гусаком цепляться. То есть нам вот это расстояние важно. Ну вот, по нержавейке. Так, что у нас тут? О, у нас тут проблема. Секунду, надо исправить. Оп. Так.